Менее уныло. Что, теперь это так и останется? Интересно, что сделал Азриэль? Смотрите, картина все еще здесь. Давайте ее уберем. Нет, просто больше ее не трогайте. Позже. Уже полдня прошло, а демона все еще нет. А если он пожертвовал собой ради нас? Надеюсь, что так. Не говори так! Это логично. Кого еще он мог отдать картине? О чем ты? Я думаю, что проклятие снято, потому что он отдал кого-то картине вместо вас. Когда ты пила воду, он пошел к ней. Я хоть была далеко, но все равно все слышал. Выходи, ведьма, есть разговор. Эй, я на твоей стороне. Правда? Я отдам тебе Свету. Так бы сразу. От нее слишком много проблем. С ней постоянно случаются катастрофы. Тем более ее душу никак не могут поделить Бал и Лема. Мне просто страшно вставать между ними. Теперь с этим будешь разбираться ты. Но может у нее есть еще родственники или сестры? Подойдет любой, кто еще не сошел с ума. Я попробую найти кого-нибудь. Но лучше забери уже Свету. Постарайся найти. Да, это правда. Азриэль, с тобой все хорошо? Кого ты отдал вместо нас?